Когда я закончил высшее учебное заведение, конечно же, сразу же встал вопрос о трудоустройстве. Я Сергей Алексеев, и в данный момент работаю в ООО «Фортепринт» по специальности брошюровщик. Профессия брошюровщика подразумевает под собой фальцовку, упаковку, склейку, то есть охватывает весь ручной труд. Коллектив работодателя очень квалифицированный, да, начиная от уборщицы до директора, да. Они нашли подход к людям с ограниченными возможностями. Когда-то, там, лет 10 назад я мечтал побывать за границей. Благодаря моим друзьям, знакомым побывал и не раз. Ну, мое хобби – это музыка. Мне многие говорили, что тебе поработать где-то 3 месяца даже с преподавателем, с эстрадником, и все, из тебя можно, в принципе, делать звезду. Верить в себя и мечтать – это немаловажно. Мечты реализуются. Надежда – мой компас земной, а удача – награда за смелость. И самое главное – не забывать, что мы все разные, но все равные. Все разные, все равные. Узнайте подробности на tvrain.ru.